что написано? Ботанический сад. Вот, смотри, здесь написано шклярня от Варты за Прошамы. Шклярня – это теплица. На сайте было написано, что работает вроде как с мая. А здесь? С 21 марта. Так что, в принципе, есть шанс попасть в шклярню. Не пойдем попадать. Там тропические. Ну иди попадай. Ну я что сказал? Да, как кто выгоняет. Слушайте, на ёб звук. Да нет, я же в другом месте. Что какой-то выгоняет. По-моему, говорили, что при входе в парк можно снимать масочку. В общем, занесло нас сегодня в ботанический сад. Велик немного прихворал. Воспользовались случаем. Да. Наверное, рано. Если вы соберетесь в ботанический сад, важно помнить то, что здесь карточки не принимают. Оплата только наличными. В отличие от московского, на великах сюда нельзя. На самокатах нельзя. Будем как дурачки кроссовки оттаптывать. Ботанический сад расположен возле бесплатных лазинок. И хоть мы и не такие большие знатоки разнообразия флоры, было интересно посмотреть на ландшафтный дизайн, на количество и разнообразие растущих там деревьев, цветов. Но, к сожалению, пришли мы не по сезону. Мало что цветет. Сюда лучше приходить ближе к июню. Так как это был будний день, в шклярню мы, к сожалению, тоже не попали, но многие хвалят тропические растения, которые живут в теплице. Ну, сюда, наверное, попозже надо. Вот эти вот беседочки, наверное, заплетутся все, зеленые будут. Вон, видишь, их сколько там этих беседочек. К оформлению парка подошли очень ответственно и с хорошим вкусом. Поэтому столь небольшая плата за его посещение стоит того. Время для посещения следует отвести совсем немного, ибо парк не такой большой, как, например, те же самые находящиеся рядом лазинки. Дендрон.
блин, даже нет ничего. Даже нет ничего, что дай-ка. Тим місцю з волі сіймо, же посполітий обойга народов. О. В этом месяце, 3 мая 1792 года, положен камень с хитрожопить. Значит, надо светорожопись. Что же, да, видишь, какие? Да, и что-то мелко какое-то. Что, пойдем наверх туда.